Всем привет! Сегодня я снимаю видеораспаковку с сайта Мыло Опт. Вот такую коробочку я получила. Сейчас будем ее распаковывать. Одной рукой немножечко неудобно. Поэтому сразу за это извиняюсь. Можно заметить, коробка очень надежно упакована. Поэтому при транспортировке ничего не повредится. Наконец-то открыли коробку. Смотрим, что внутри. Так. У нас тут немножечко... Ой, небольшое такое поздравление. Магнитик. Накладная. Смотрим, что в накладной у нас. Так, и соответствует ли все? А флакон, фиксатор, нитридбора, рисовая пудра, пудра овсяная и мика косметическая. Да, все в порядке. Смотрим на наличие. Пудра семян овса есть. Пудра хорошего качества, это видно. Мика косметическая, упакованная вот в такую баночку. Ее здесь 3 грамма. Дальше у нас нитридбора, 5 грамм. Слышно, что он там внутри есть. Так. Фиксатор запаха 10 миллилитров 1. Их должно быть в упаковке 2. И вот второй. Так, флакончик для духов со спреем. Ладно, одной рукой не очень удобно открывать. Вот. Какой красивый флакончик. Так, флакон отставляем. И вот такой вот пакетик рисовой пудры в количестве 20 грамм. И все, наша посылочка закончилась. Вот то, что мы имеем в наличии. Почему-то не фокусируется. Ну да, это не проблема. Вот, да, так лучше. Еще хотела заказать мику серицит, но, к сожалению, в наличии ее сейчас не оказалось. К большому моему сожалению. Но это ничего страшного. Вместо нее я заказала бор, нитрит бора. И надеюсь, в следующий раз она будет. В следующий раз я закажу еще мику серицит. Всем спасибо за внимание. Хорошего настроения вам!